общем, я сегодня хотел обсудить такую сложную проблему, связанную с трансцендентальной философией, но для того, чтобы к ней подойти, надо некое сделать введение или предисловие. А предисловие состоит в том, что, ну, если как бы брать уж совсем далеко, да, и говорить в простых терминах, что все мы живем в неком духе времени, да, вот этот дух времени был там в древности, скажем, дух времени, он дух времени один, а сейчас дух времени другой. И мы из этого духа времени, я так понимаю, что все понимают, что когда я поговорю про дух времени, я имею в виду, конечно, философию Гегеля. Что мы не можем выпрыгнуть из этого духа времени, как бы всегда осуществляя некие возможности, которые вот укоренены в этом духе. И вот, надо, когда мы говорим о философии нового времени, то она осуществляет определенные возможности, которые вот заложены в дух нового времени. Да? И эта возможность, она как раз связана с субъективной философией. И Декарт был первым, кто положил основание такой философии. И, собственно, как бы те задачи, которые уже вот родились в начале этой философии, а именно задачи обоснования всех наук, задачи обоснования этики, в общем, эстетики, задачи, в общем, обоснования всего человеческого знания, всех человеческих возможностей, они на самом деле просто на протяжении дальнейшего развития философии в новое время, они просто развивались, да, там, через философию Спинозы, Канта, Фихта, Гегеля. И, ну, надо говорить, наверное, еще о Хайдегере, да, как о представителе там, субъективной философии. И вот что здесь важно? И важно, когда мы все это проговариваем, важно понимать, на самом деле, почему вообще вопрос всегда ставится о том, чтобы двигаться дальше. Да, вот, недостаточно, можно было бы остановиться, там, взять какой-нибудь выбор из этих возможностей, какую-нибудь отдельную дисциплину, там, философию, там, и заниматься ей. И почему-то, на самом деле, это все-таки нам это неинтересно, и мы пытаемся двинуться дальше. Почему мы пытаемся, допустим, преодолеть, допустим, сейчас вот философию Хайдегера, да, там, философию Гегеля? Почему это так важно? Это важно в силу того, что человек, да, вот изначально, ну, я сейчас буду говорить, опять же, общие некие слова, это существо, являющееся неполным, да, это существо, которое, на самом деле, разорвано, да, но разорвано, его разорванность состоит в том, что человек есть биологически нечто одно, и его возможности, они ограничены в определенном, как сказать, в определенном диапазоне, да, и он не может из этих возможностей никак выпрыгнуть. А с другой стороны, вот у него есть, ну, в сознании, у него есть внутренняя свобода, да, и он понимает, на самом деле, что он может эту свободу как-то осуществить, он может кем-то стать. Да. И вот это вот проявляется не только в жизни там, общественной, но это проявляется в том числе и вот в философии. Точно так же, когда мы говорим о философии, есть те виды философии, которые уже состоялись, да, и с которыми мы можем познакомиться, там, исходя там, из истории философии, а можно пытаться как бы что-то там построить и двигаться дальше, найти какие-то проблемы, которые существуют в современном состоянии философии, и развиваться дальше. Вот это вот стремление развиваться дальше, оно на самом деле вот укоренено в человеке. Человек не может вот просто замереть на каком-то состоянии. Там, и ничего не предпринимать. И поэтому, когда я вот рассуждаю, допустим, о философии, да, и пытаюсь преодолеть философию Канта как одну из существенных философий нового времени, то именно вопрос идет об этом, что попытка понять, можно ли двигаться дальше, или мы уже предостигли некого предела, и двигаться дальше некуда. Это вот такое предисловие. А по сути, как бы, то, что я предлагаю сегодня обсудить, это заключается в том, что вот философия, собственно, субъективная философия нового времени, да, то есть философия субъекта, она всякая такая философия трансцендентальная. И фактически, как бы, проблема, которая связана с этой философией, состоит в том, что вот мы должны найти какой-то выход из того тупика, да, вот, который загоняет вот трансцендентальную философию, философию вообще. И одним из таких выходов это вот является философия Хайдегера, да, а вот другим выходом является философия Гегеля, но она, поскольку она немножко непоследовательна, она как бы остается еще в парадигме Канта, да, вот в парадигме трансцендентальной философии. И для того, чтобы ей как бы вот двигнуться дальше, вот я пытаюсь придать некий новый импульс, да, и придумал вот некую новую дисциплину, которая называется наука сознания. Вот я пытаюсь ее развивать. Но давайте сначала попытаюсь вот какие-то ввести термины, да, и познакомиться с тем, что как бы основные моменты субъективной философии или того, что можно было бы назвать вот, духом времени, да, современной новой философии.
Ну вот смотрите, как бы, вот у нас прежде всего, и всем это понятно, как бы, да, и как бы является естественным, это вот субъект-объектное различие. Никто никогда не станет спорить, на самом деле, что схема и философия современная является субъект-объектное различие. Когда я говорю под современной, я имею в виду философию нового времени, в принципе, да, куда философию начиная там от Декарта и заканчивая Кальвином. Но может быть мы поговорим и о философии уже совсем современной, да, там, о постмодернистской, там, постклассической философии в целом. И вот если мы теперь вот берем это различие, то самое примитивное различие, которое кажется настолько очевидно, что как бы тут нечего обсуждать, на самом деле вся философия субъекта, она строится на этом различии, на этой схеме, и все содержание этой философии можно вот из этой схемы изъять. Ничего больше не надо для того, чтобы понять, что в чем состоит философия субъекта. И как бы на этом основании, при определенном подходе как бы, к исследованию, можно понять, что как бы, вот, любая философия субъекта, да, собственно, как бы философия современная является философией субъекта. Она вот является трансцендентальной философией. Что такое? Здесь надо как бы каждый момент просто изучить. Да? У нас есть три момента. Первый момент – это объект, вот этот, да? Второй момент – это вот отношение. Третий момент – сам субъект. И, собственно, философия занимается тем, что вот берет эти три момента, да, и обсуждает, что такое объект, что такое отношение, что такое субъект. Ну, мы начнем с того, чтобы разобраться с тем, что такое субъект, потому что как раз философия субъекта очень важно понимание субъекта. Но субъект понимается не иначе, как субъект, как некое единство, которое объединяет в себе многообразие своих способностей. Вот, то есть определение субъекта, если оно берется не просто формально, как субъект объектным различием, а берется как содержательное, то оно сводится к тому, что субъект вот, есть нечто, как бы некая совокупность своих способностей. Вот это, исходя из этого понимания субъекта, все содержание как бы и выуживается. Вообще говоря, очень для философии субъективной очень важно понимание того, что такое способность. Вот я тут написал, что вот как бы есть некая на самом деле аналогия между тем, что когда мы говорим о субъекте и имеем в виду там всего человека, и между тем, что когда мы берем отдельную способность, да, и говорим о том, как действует отдельная способность. Ну как действует отдельная способность? Вот рассмотрим, что такое вот это, да? Мы должны обратиться к опыту. И в опыте на самом деле мы всегда, вот то, что нам дано в опыте феноменологически, нам даны некие акты, например, вид какой-то род актов, даже не просто акт, а род актов, например, акты видения, да? И да, даны как бы объекты этого видения. Вот это вот то, что нам дано феноменологически, то, что является основанием, допустим, рассуждения о том, как происходит познавание. Но если мы исходим вот из такой простой картинки, как бы, то естественным образом возникает разговор о том, в чем состоит причина актов. Мы должны как бы указать некую причину. Вообще всякое исследование, да, оно всегда ищет некие причины. И когда мы указываем некие причины, то, естественно, вот эту причину этих актов назвать субъектом. Вот я вот тут нарисовал, вот это причина акта. И, собственно, как бы субъект, если с какой-то отдельной способности, да, можно вести как вот эту вот причину акта. Что здесь важно? Это важно, получается, что субъект как человек, да, это вот есть некая совокупность разных других субъектов, да, по отношению к которым можно было бы назвать совокупность вот этого, каждый из этих субъектов является субъектом определенного рода способности. Ну вот, допустим, если брать примеры, то в видении, да, вот у нас есть способность видения. Видение, объектом этого видения является некий образ. А субъектом этого видения является причина, по которой у нас эти образы образуются. Вот есть некая активность видения, да, и у этой активности есть причина. Мы сейчас не будем углубляться там, в психоанализ, допустим, говорить о том, что это причина там, бессознательная, там, или обсуждать, допустим, физиологию, как это все работает. Это не вопрос философии. Вопрос философии состоит в том, что есть причина активности, да, видения. И предметом этой активности является образ. И возьмем другую активность, допустим, это слышание. Есть причина этого слышания, это некий субъект слышания, да? Слышание – это такая же способность. Есть объект этого слышания – это звуки. Если у него, допустим, ощущение, ну, соответственно, также про ощущение можно сказать. И,
Но это я перечислил чувственные способности. А можно как бы перейти к способностям другим. Да? Способность воображения, воображаемые объекты, соответственно. Там, способность мышления. То есть мышление тоже такая же способность. И вот тогда мы... Я просто сразу буду говорить о неких проблемах, да, потому что мы как бы здесь собрались, чтобы проблемы обсуждать. И какая, в чем состоит основная проблема вот такого подхода? Основная проблема подхода состоит в том, что сознание не является способностью. Вот, казалось бы, мы, как бы перебирая вот внутренние, да, наши способности, там, вдруг наталкиваемся на такую способность, как сознание. И начали пытаемся понять, является ли сознание способностью или не является. И вот этот решающий вопрос, как бы, вот, на самом деле, и состоит одной из главных проблем классической философии. Собственно, если вот посмотреть на философию как на некую, на некое движение, которое решает какие-то проблемы, да, то самый главный нерв классической философии, да, Декарта до Гегеля, она состоит в том, что пытается решить, что такое сознание. Это реально, как бы, очень фундаментальный вопрос. Потому что, как бы, и решить его непросто. Допустим, вот, просто мы предположим, что пусть сознание — это способность. Ну, ведем такую, попытаемся понять ее как способность. Можно ли это сделать? Сейчас проверим. Ну, главное, что самым главным является у способности? Самым главным способностью является то, что у каждой способности есть взаимооднозначное соответствие между самой способностью, да, между родом актов и предметами. То есть у кого-то определенный род актов, допустим, видение, и определенный род предметов. И это у каждой способности. То есть, как я вот говорю обычно, что каждая способность соответствует своему предмету. То есть, например, видение, оно не может слышать. Да? А мышление, оно не может видеть. Мышление, на самом деле, только мыслит, видение только видит, это способность улавливать звуки, и так далее. То есть каждая способность, она специализирована. Каждая способность есть свой специфический предмет. Здесь еще надо, кстати, сделать маленькую оговорку, чтобы вы понимали, что то, что я рассуждаю, способность не является каким-то там частным вопросом. Это вот разговор о способностях, и вот находится в средоточии, в принципе, философии субъективной. То, что субъект определяется через свои способности. Это сама, как было говорено, тот самый нерв. Обнаружить его не так было легко. Потому что когда мы читаем, например, классическую философию, берем Канта, там, то там вот все это как бы размазано. Да? Это не очень понятно, на самом деле, где то основное содержание, на которое надо обратить внимание и понять, в чем состоит суть. Суть классической философии, да, вот, и прежде всего это, такой философии, как кантовская, она является именно в этом, что субъект, он является, он заявляется именно как многообразие способностей. Да, вот, единство этого многообразия. И поэтому, когда я рассуждаю о способностях, я нахожусь как раз в средоточии самой философии. И, быть может, многим это даже непонятно, потому что, как бы, рассуждая о Канте, они начнут тут о чем-то другом рассуждать. Но потом то, о чем они будут рассуждать, мы потом просто плавно перейдем, и я покажу, почему, как одно с этой следует из другого. Ну вот теперь про сознание, да, давайте. Вот если мы берем сознание, пытаемся понять, является ли способность, мы должны указать специфический предмет этого, этой способности. Это первый необходимый условие. Есть ли такой предмет? Какой? Хорошо, если есть. Вот Константин считает, что есть. Давайте. Знак. Так, насчет знака. Знак, вот смотрите, когда мы берем знак, у знака есть двойственная структура. Вот есть само тело знака, да, и есть как бы смысл. Так вот, тело знака улавливается восприятие, а смысл улавливается мышление. И в чем состоит тогда особый предмет сознания? Ну, распознание тела вот этого, собственно, знака. Тело знака – это восприятие, распознание. Но когда я вижу знак, допустим, некий определенного рода там материальный признак, да, или там знак, который начертан в книге, там, неважно. Всякий раз в это дело вступает некая способность восприятия. Вот. На аквариум я смотрю, вижу аквариум, вижу рыбки. Все это знаки, все это обозначено. Если я как-то подействую на себя, скажем, фармакологически, там 100 грамм примем или еще что-то, вот, восприятие будет то же самое. То есть зрительная система, можно даже нейрофизиологам позволить подключить приборы, все сигналы видеоанализатора будут те же самые. Но потом, по прошествии этого воздействия фармакологического, спроси меня, а что было? Я скажу, тут девы какие-то летали, еще что-то. То есть знаки будут искажены. Вопрос в следующем. Да. То есть мышление
Мышление принципиально отличимо от этого, принципиально имеет другую природу, чем восприятие. Мышление... Подожди, еще есть мышление, мы говорим о сознании. Ну да. Мышление, ну, у тебя же, здесь... у тебя смысл же, у тебя мышление, понимает, а мы... Да, это мышление. Ну, такое мышление у тебя определимо, получается, принципиально отличимо от сознания. Сознание, сугубо знаковая среда, и вообще говоря, все сигналы, все те же самые на меня воздействовало, воспринималось также организмом. В каком-то граничном случае, может, яркая вспышка, я даже там и пьяный отреагирую на автомате, то есть это мышление будет работать. А рассудок, который пользуется видением сознания, знаками вот этим, он совершенно будет неадекватный, если исказить вот именно тело знака вот этого. И я аквариум вот, буду на него смотреть, но буду видеть нечто другое. Вот. Потому что знак сбился, было воздействие вот именно на эту матрицу, на которой знаки проецируются. Не, просто знаки, на самом деле, это частный случай объектов, да, и они точно так же воспринимаются нашими способностями. Так объекты, все объекты, вообще все, что в социуме вот за там 10-тысячелетнюю историю, все знаки и все, что мы называем дело объектами, не то, что все знаки, это а все знаки. Все является. Только тогда получается, что все есть предмет сознания. Правильно? В нашей социальной жизни, в нашей этой социальной игре, все, что технология, техника, наука и прочее, все мы пользуемся знаком. Да? Хорошо, то есть все предмет сознания? Все предметы, какие существуют, все предметы сознания? Которыми мы оперируем, да, вербально и мысленно там оперируем вот этими знаками. Правильно. То есть... Вот, о специфическом предмете. Есть специфический? Знак. Но я же говорю, что если вы говорите, что все можно представить как знак, то значит это не специфический предмет. Ну, вот, например, вот есть звуки, да, допустим, есть видение, но нельзя одно к другому свести. Хорошо, вот. Это специфические предметы. Нет, просто вопрос в чем состоит. Мы как бы чтобы не удаляться от общего изложения. Я согласен с Константином. Вопрос идет о том, что сознание присутствует в любой способности. И действительно, все может быть, во всем существует сознание. Да. Во всем. И в этом, если вы считаете, что предметом сознания являются знаки, то в любом случае как бы все может стать знаком по-вашему, да? Да. То есть это... мы можем, но далеко не все. Мы пытаемся это делать, скажем, счастье. Мы придумали знак такой, пишем счастье, там, любовь. Вот. Но ухватить знаком это не удается. Хорошо. И пишут миллионы знаков, а все. Чтобы не уклоняться как бы просто от общего изложения, мы на этот вопрос зафиксируем. Нет, просто я согласен. Контраст, вот смысл, где смысл, мы можем это вот чувство любовь, да, и знак ему соответствующий, вот это сердечко. Но соответствие, то есть нельзя говорить, что любой предмет там может стать там объектом сознания. Сознание, знаки, просто вот фишки, это более и еще раз говорю, что тогда либо тут просто двойственная ситуация, либо мы говорим, что сознание является тогда первичной способностью. Есть некая первичная способность, она первичные способности, которые мышление и восприятие, да, они предоставляют нам, собственно, знак, а сознание вторичная способность, да, которая базируется на первичной способности и уже оперирует знак. Да, да, да. Это вот как бы... Но все-таки в данном случае, как бы, пока я все-таки удержусь этого феноменологического подхода, да, изначально, если мы высматриваем некую первичность, то вот в этой первичности сознание, оно на самом деле не имеет специфического предмета. Оно базируется на тех предметах, которые дают другие способности. Если это вот, смысл дает мышление, как бы там восприятие, различные чувственные способности дают свои, соответственно, предметы, согласен, может быть, с тем, в определенном смысле, что сознание базируется на этих предметах. Но она, как бы, может быть, выстраивает свой предмет уже исходя из этих первичных предметов. Но тем не менее у нее своего специфического предмета, да, вот этого первичного. Вторичный, может быть, есть, это можно потом задуматься, действительно. А вот этого первичного предмета нет. Но с другой стороны, сознание ведь на самом деле является условием того, что вообще как бы оно всегда существует. Да? Потому что если. Смотрите, вот мы говорим о способностях. Например, вот в принципе, как бы теоретически есть способность восприятия без мышления. Или там способность мышления без восприятия. Теоретически мы можем уши заткнуть, видеть, но не слышать, допустим, или наоборот, глаза закрыть, как бы, а не видеть, но слышать. То есть все способности работают независимо друг от друга, да? И как бы, потому что каждая способность, она как бы параллельно работает, у нее свой предмет, как бы, до того, что она вычленяет из общего мира, да? Как бы есть мир, как бы, она так направлена, способность на прозрение, и как бы весь мир в аспекте видения она видит, то есть в виде образа.
Или там точно так же со слухом. Так вот, у сознания такого нет. Да, сознание как бы вот оно отличается от той характеристики, что у него специфического такого первичного, опять же, да, предмета нет. И она базируется в лучшем случае как бы на вторичным образом на том, что дают другие способности. Ну и это раз, а во-вторых, сознание присутствует в любой способности. Если у нас нет сознания, то мы и воспринимать ничего не можем. Да, если у нас нет сознания, мы и не мыслим. То есть всегда все, любая наша активность сопровождается сознанием. То есть, более того, даже если сознание отключается, то исчезает вообще все. Да, как бы исчезает, и сам субъект исчезает. Да? А если мы говорим, допустим, о способностях мы говорим, да, ну, допустим, ну перестали вы видеть, да, глаза вам выкололи, но тем не менее вы субъект остался, ничего субъекта не случится. Перестали слышать. Но у тебя же как раз с субъектом что-то и случится, потому что у тебя субъект это сумма способностей. Ну, субъект это сумма способностей, он изменится, но по сути он никуда не денется. Деформирует. Он не исчезнет, в смысле, как бы как он исчезает, когда исчезает сознание. А на мой взгляд, то вообще с субъектом вообще ничего не случится. Если человек как слепнет или оглох. Да, что значит из исчезновения сознания? Кто это может зафиксировать, кроме самого сознания, интересно? Ну, это... Слушай, мы сейчас... Мы можем сейчас заниматься так, космистиками можно заниматься. Все же понимают, что смерти нет, да? Ну да, действительно, сильно нет. Мы сейчас не занимаемся казуистикой, мы просто все прекрасно понимаем, что если нет сознания, то нет ничего, да? То есть необходимо условие того, чтобы что-то было для нас, каждого из нас. Понятное дело, что тело лежит, да? Мне кажется, что и субъект у тебя тоже от твоей способности никак не зависит. Дело не в этом, что субъект от способности, да, субъект как бы от способности не зависит, но он манифестирует себя только через способности. Нет никакого другого независимого видения, что он манифестирует, он всегда проявляется как способность. Вот, допустим, восприятие, как проявляет субъект? Он некая активность способности, как у Канта, как форма пространства и времени, вот он как проявляется. Как он проявляется в мышлении, как понятие, да, как активность это понятийное и так далее. Каждый раз... Тот способ, каким он проявляет себя, каким он является. Нет, так то есть это является способностью. Мышление к понятию, когда понятие, это что, способность к мышлению? Не мышление к понятию, понятие как бы это нечто, относящееся к мышлению. Потому что понятие... Это способность мышления. Да, мышление это способность. Субъект здесь это способность, субъект мышления это... Это способность к мышлению, да? Да, способность к мышлению. Да. Субъект видения это способность к видению. Да. Именно так. Но только как причина. Вот как причина. Получается, субъект мышления, субъект видения, разные субъекты. Да. Дело не и, а просто как бы... Я просто еще и до этого не дошел. Как бы, вот, хотите предвосхитить? Просто поскольку сознание вот, является такой выделенной как бы способностью, да, и от сознания зависит существование или несуществование даже самого субъекта, то субъект не является способностью. Поэтому необходимо как бы поставить вопрос о том, что такое сознание. Вот он, собственно, это первый вопрос, как бы, который мы предъявляем в субъективной философии. То есть в субъективной философии можно возникает такая проблема, связанная с понятием того, что представляет собой сознание. И это сознание на самом деле связано с существенным субъектом, да, потому что если нет сознания, и субъекта нет. И вот возникает такая некая игра, и эту игру. Один вопрос. Да. А гипноз чистая выдумка. Почему выдумка? Но возможно воздействовать на субъекта вне его сознания. Он даже знать не будет об этом. Возможно, и бессознательное есть же. Так субъект в отсутствии сознания, значит, существует. Только вы, когда говорите субъект, вы говорите со стороны. Вот лежит тело, вы говорите, это тело, это субъект. Можно даже про вещь говорить, что это некий субъект своих этих свойств. Вопрос же идет о том, является ли он активностью, которая изнутри возникает. Проблема между единством субъекта, вот как вот я его здесь обозначил, это отдельная проблема. А вопрос идет о том, что тем не менее у него внутренняя некая активность есть, и у каждой этой активности есть свой субъект, как причина этой активности. Это причем определение просто, это не какое-то мое утверждение, там, да, это просто определение субъекта. Что такое субъект? Это причина некой активности, неких актов. Различаются роды актов, согласно предметам своим. Ну пока это не, в этом нет ни пока никакого содержания, если вы так пытаетесь что-то усмотреть, тут единственное только содержание, что мы не можем понять, что такое сознание. Да? Вот мы поставили проблему того, что такое сознание. Давайте двигаемся дальше. Да? А потом будем. Нет, ну это правильно, надо в процессе, потому что как бы тут нет, ну, на... содержание тяжелое. Нет, я имею в виду только когда. Все выслушаешь. Нет, я не пытаюсь представляться заметки на полях, чтобы потом... Да тут на самом деле я рассказываю то, что если вы философией занимались, то это просто и бежит. Нет, понятно, но
Я рассказал нечто общее, как бы, относительно любой философии, которая сейчас возможна. Дальше смотрим. Вот смотрите, мы говорим о субъектно-объектной различии, да? И если мы в качестве, если мы говорим о том, что вот в качестве объекта возьмем мир как целое, да, причем это некая условность, потому что, ну, мы можем перебирать объекты, каждый раз субъект будет как бы вне этих объектов, да, и если вот как бы просто обобщать и брать объект как мир как целое, то получится, что субъект вне мира находится. И вот это вот сейчас вот как бы вот пойдет некий существенный разговор. То, что субъект вне мира, да, ну, это по самой, причем самой схеме, да, вот, вот, вот субъект здесь, как бы, а мир здесь, да, и субъект вне мира. И то, что субъект, это позиция субъекта вне мира, она как раз и создает всю проблематику, связанную с тем, что все субъективно. Смотрите, для того, чтобы вот манифестировать, и для того, чтобы вообще рассказывать о том, что вот, возможно такое схема, да, субъект направлен на мир, и он как бы вне мира, необходимо, во-первых, каких два допущения? Первое допущение, что как бы вообще возможно быть вот так вот вне мира, да? Что вообще мы можем вот так вот взять субъект и объект расчленить. Вот мы не живем в некой стихии, да, мира. И мы набрасываем на нее схему субъект-объектного различия. И считаем, что эта схема на самом деле соответствует реальности. Ну, соответствует ли она реальности? То есть первая проблема, вот субъект-объектное различие, соответствует ли реальности? И реальность, да? Это первая проблема. А вторая проблема, она состоит в том, и она более фундаментальна, что когда вот мы вот так вот выстраиваем схему, то нам необходима некая позиция. Позиция такая, абсолютная позиция, да? С которой мы это описываем. Вот как мы можем описать соотношение субъекта и объекта, да? С какой позиции? Вот если мы занимаемся философией, да, если мы занимаемся... Ну, здесь несколько слов феноменологии, надо сказать, да, если мы занимаемся феноменологией, то мы должны всякий наш шаг указывать, как это возможно совершить в опыте. То есть, если мы говорим о том, что мы описываем некое, вот, допустим, состояние дел, вот это субъект-объектное различие, да, мы должны понять, на самом деле, а как мы можем это различие описывать. О чем идет речь? Вот смотрите, как бы, допустим, есть опыт Декарта, да, Декарт говорит то, что вот методическое сомнение в итоге как бы своего, в итоге приводит некой очевидности, да, вот очевидности того, что нельзя сомневаться в самом акте сомнения, да. И каждый, кто это читает, как бы обдумывает, он понимает, что вот это некая очевидность, да, с ней как бы трудно спорить. Вот, ну, каждый может встать на эту позицию, то есть Декарт указывает способ, каким мы можем осуществить этот опыт, да, на него встать и понять, что он нам говорит. Теперь, когда ситуацию субъектно-объектного различия описывает, допустим, Кант, как мы можем это понять? Мы должны встать на позицию самого Канта, как философа, да, и смотреть, что происходит в соотношении субъекта и объекта. Вот эта вот позиция абсолютная, она всегда необходима. И вообще, как бы, то, что классическая философия постоянно скатывается к теологии, да, к тому, что рассуждает о Боге, там, о абсолюте и прочее, это на самом деле неизбежно самого построения, да, самого различия. Так вот, вот, что такое это абсолютная позиция? Это позиция абсолютного субъекта или феноменолога, или философа. Допустим, вот в нашем случае это Кант. Да? В чем тут состоит основная проблема? Проблема состоит в том, что вот эта позиция находится вне философии. Вот когда философия требует, указывает все, то есть философия это рефлективная некая дисциплина, да, где каждый шаг нужно правильно оценить, это нужно понимать, чем мы занимаемся. Нельзя, например, заниматься философией, как занимается, допустим, физика, да, своей наукой. Там, типа, вот, как бы она как бы рассказывает, как это там само по себе в реальности все совершается. Философ так не занимается своей дисциплиной. Он занимается тем способом, что он рефлектирует и свою позицию. Да, вот он что-то пытается как бы понять, и как бы он рефлектирует и позицию, в которой он находится, с какой позиции он это осуществляет. Вот эта позиция, с которой осуществляет Кант, она и есть трансцендентальная позиция. Почему? Потому что она является как бы позицией вне философии. Она... позиция абсолютная. Она, в принципе, как бы, вообще говоря, нам недоступна. Но она, возможно, только она, но с другой стороны, она в субъект-объектном различии, она просто необходима. Иначе мы не можем рассуждать о субъект-объектном различии. И причем, как бы, вот с этой трансцендентальной позиции, вот она и есть трансцендентальная позиция, как бы, и так только и возможно рассуждение. С одной стороны, когда мы рассматриваем объект, мы говорим, что объект, есть различие некое, да, между тем, как объект дан субъекту, между, как явление, и между с тем, как объекты даны сами по себе, да, как вещи в себе. Это с одной стороны. И вот тут у нас возникает, с другой стороны, разговор о том, как дан субъект.
Только с абсолютной позиции мы можем говорить о единстве субъекта. Потому что если мы это феноменологически дело подходим и начнем изнутри просто рассматривать каждую способность, то каждая способность будет претендовать на то, что она имеет некую свою отдельную причину. Да, и субъектов будет много. А как мы эти субъекты соберем в одну? Только с абсолютной позиции мы можем утверждать, на самом деле, что субъект один. Мы просто мы с абсолютной позиции учреждаем нечто, некое единство, да, и вот все эти способности объединяем нечто и называем его субъектом. То есть вот эта позиция, она вообще говоря, это неизбежно существенна. Без нее никак не обойтись. И вот теперь, когда мы рассматриваем дальнейшие движения, да, вот этого понимания, то возникают некие вот возможности. Да, вот Гегель усмотрел в том, что вот Кант как философ находится вне, рассуждает о философии, как бы находясь сам вне философии, он посчитал, что такая позиция неверная, да, что необходимо вот эту абсолютную позицию втянуть внутрь самой философии. И вот когда мы это осуществляем, то возникает другая философия, да? Уже не философия такая простая, как у Канта. Да? Кант, как бы ведь позиции Канта, он как бы пытается как бы рассуждать извне. Он смотрит извне, как там субъекты и объекты соотносятся, да, и рассуждает о том, как бы это было возможно, какие есть проблемы и различия. Все различия устанавливают как бы извне. А на самом деле такой позиции, и поэтому эта позиция трансцендентальная, да? Он говорит о том, что есть границы. Да, вот есть трансцендентное, а есть трансцендентальное. Мы не можем как бы уходить в трансцендентное, хотя из абсолютной позиции он же видит трансцендентное. Он понимает, в чем состояла бы эта трансцендентность. Да? Только он, трансцендентальная позиция, как абсолютная позиция, позволяет различить трансцендентное и имманентное. Только эта позиция и позволяет ее различить. Потому что если мы находимся в имманентном, то для нас трансцендентного просто нет. Так вот, задача, которую ставит Гегель, это устранить вот эту вот непоследовательность, да, когда сам философ находится вне философии. И вот он втягивает эту абсолютную позицию, ну, прежде всего, это дело на самом деле Фихте. Вот Фихте вводит два субъекта. Субъект абсолютный, но у него как бы есть я, и я абсолютное. И абсолютное я, да? Ну, или там я большой, я маленький. Вот он первый ввел это понимание, то есть он ввел внутрь философии вот эту абсолютную позицию. Она существенна для того, чтобы вообще понимать, что это такое. Но теперь уже речь идет не о, трансцендентальности, а речь идет о рефлексии. Вот эта вот позиция, когда мы смотрим на субъект-объект, вот эта вот позиция внешняя, да, которая констатирует их различия с одной стороны и пытается как бы усмотреть, в чем состоит сущность, да, как бы вот этого соотношения, да, в чем проявляется. Вот эта позиция, она просто есть рефлективная позиция. То есть вместо слова трансцендентальное там возникает слово рефлективное. Это вот абсолютный субъект, да. И это все втянуто внутрь единой тотальности. Да, и потому что не так получается, что, ну, как у Канта, да, вот Кант рассуждает, он как бы, у него вот эта вот абсолютная позиция, она как бы вне находится, а теперь она втянута внутрь самой философии. И вот возникает философия Фихте, у которого есть я, и как бы есть абсолютное я, и это в одном едином как бы монетном контексте. И вообще говоря, Фихте очень любил Спинозу, который говорил о субстанции, да? И он считал, что как бы, вот, философию кантовскую надо перевести вот к этому состоянию, чтобы была как бы, единая субстанция. И эта единая субстанция как бы, внутри себя различалась, как бы, там, вот, и все как бы, должно было бы быть выстроено именно вот, исходя из некого единства. Так вот, это продолжение Фихте, да, собственно, этого проекта, он вот, есть, возникает вот, гегельский проект. У Гегеля Гегель заметил на самом деле, что субъект-объектное различие еще плохо тем, вот есть такая вещь, да, что если мы в начале философии установили некое различие, то мы уже это различие преодолеть не можем. У нас вся философия по всему движению будет пронизана этим различием. Но это похоже на то, что, допустим, вот, если брать, допустим, этику, где наиболее это очевидно, да, если мы у нас этика устанавливается как некий долг, да, вот, как нечто, что должно, то мы никогда этот долг совершить не можем. Да, мы можем миллионы сделать всякого рода действий, да, все равно останется этот долг. То есть останется непреодолимое различие между реальностью, да, и нашим долгом. Точно так же здесь. Если есть субъект-объектное различие на начале философии, то оно не может быть преодолено, и никакой субстанции не получится. Поэтому он вместо слова «субъект» берет слово другой термин, берет термин «сознание». Причем он как раз видит на самом деле, что проблема, ну это я так предполагаю, да, это некая моя добавка. Он понимает, что проблема состоит в том, что если субъект определяется как субъект способностей, то сознание в него не вписывается, и поэтому надо как-то перейти на другие термины, для того, чтобы сознание вписать. Описать его можно единственным способом, если сам субъект и будет сознанием. Да? Потому что я говорил, что если нет сознания, то нет и субъекта. Тогда мы просто берем и говорим, что сознание это и есть субъект.
Вот. Это гегельская постановка вопроса. И феноменология духа, он и пытается ее провести последовательно. Причем теперь у нас что получается? Смотрите, у нас получается некое сознание, оно как тотальность. Вот, говорят, например, о сфере сознания, да? И внутри этой тотальности само сознание различается в само себя, как в рефлективной позиции, да, вот это сознание, и оно в рефлективной позиции различает само себя и предмет, на который она направлена. Вот так. Только говорить о том, что сознание направлено на предмет, это непоследовательно, да, потому что, ну, пускай ладно пока так, потом я объясню этот вопрос. И получается вот такая-то имманентная философия. Теперь уже позиции трансцендентальной нет, есть только позиция рефлективная. Причем эта рефлективная позиция точно так же имманентная, она внутри находится. То есть, и вся философия состоит в том, что вот эта вот ситуация, да, вот есть некая тотальность сознания, и внутри тотальности есть различие сознания и его предмета, она развивается, да, переходит в многообразные формы сознания, формообразования. И в результате достигает некого состояния, в котором вот это различие, оно снято. Тут сначала это различие видится как различие абсолютное, ну, типа вот как субъект-объектное различие, да? А потом это различие снимается и говорится о том, что вот есть некая единая тотальность. И вот, собственно, в этом состоит философия Канта. Ну, философия Гегеля. Но Гегель в этом отношении действует непоследовательно. Потому что он остается в парадигме субъект-объектного различия. Видите, даже я тут написал, что на самом деле сознание направлено на предмет. Хотя это на самом деле вот эта вот большая ошибка так рисовать. Но у Гегеля это на самом деле так. Дело в том, что у Гегеля есть абсолютный субъект. Абсолютный субъект. И вот вся эта тотальность, это есть абсолютный субъект. И если мы в вопросе субъектности оставляем субъект, ведь неважно на каком уровне он там, на уровне единичного субъекта или абсолютного субъекта, то тем не менее философия у нас все равно остается субъектной, и все равно она разваливается. Да? В чем? Ну здесь еще есть проблема, на самом деле, мне надо рассказать, почему философия субъекта. А, я рассказывал, да, по поводу сознания, рассказал. Почему философия субъекта неудачна? Потому что сознание не вписывается в эту философию, а сознание является фундаментальным, чем-то фундаментальным, и оно должно быть в этой философии описано. Теперь как бы... Да, я продемонстрировал просто само движение, да, к тому, что должна быть это некая философия, которая впишет внутрь себя сознание. Для того, чтобы... И эта философия, на самом деле, один из примеров такой философии, это была философия Гегеля. Вот другим примером является философия Хайдеггера. Хайдеггер, на самом деле, был ученик Гуселя, и он был тоже феноменологом, да? На самом деле, Гусель, если посмотреть его последние работы, вот он, на самом деле, движется к парадигме кантовской. И он пытается выстроить некую трансцендентальную феноменологию. То есть дисциплина именно трансцендентального толка, в котором, опять же, вот это вот субъект-объектное различие, оно, опять же, выходит... Субъект-объектное различие опять выходит на передний план. Да, и, опять же, как бы мы рассуждаем о том, это как субъект выступает там в своих способностях. А, ну, там, как бы, речь идет... На самом деле, у Гуселя есть некая непоследовательность, потому что он рассуждает о сознании. И он говорит о том, что у него сознание является интенциональным. Вот когда я рисовал о том, что субъект есть субъект своих способностей, да, я имею в виду, что каждая способность направлена на свой предмет. И вот, собственно, вот это вот и есть понимание того, что Хайдеггер называет интенциональность. Ничего более. То есть интенциональность — это есть некое свойство любой способности. Потому что если мы способности феноменологически различаем и акты, и как бы и объекты, на которые направлены акты, вот это опыт, да, то мы подставляем сюда причину этих актов, как бы, и получаем интенциональность. И, собственно, интенциональность это есть, если мы говорим о терминах интенциональности, то мы говорим о способности. И получается, что если Хайдеггер говорит о том, что сознание направлено на некие предметы, да, и что сознание интенционально, он на самом деле сознание свел к неким способностям. И в этом состоит определенного рода проблема, который я уже описывал, но в частности, давайте поймем, почему возможно сознание свести к мышлению. Почему сознание может свести к способности, и в принципе это удается. Потому что если искать сознанием предметы, то действительно, одним из таких предметов будут, допустим, знаки, да, или смыслы. То есть если предметами сознания могут выступить предметы мышления, и тогда сознание, есть такая тенденция в классической философии, сознание даже следствие мышления. То есть, когда сознание пытается взять как способность, то сознание отождествляется со способностью мышления. Например,
у Гегеля это особенно очевидно. Да? У Гегеля вообще как бы вот при этом движении, которое я рисовал про сознание, если бы тотальностью было сознание, то оно бы и сохранилось в конце. Но у него почему-то в конце сохраняется как бы тотальность мышления. Да, как бы там, и, собственно, у него вершина его философии является наука логики. То есть наука, которая, собственно, является порождением мышления. Да? То есть вот мышление в своей структуре представляет некую логику. И это есть возможно только в том случае, что если он сознание и мышление отождествляет. Если у него такого, он такого различия не проводит. Так вот, Гусель тоже такого, видимо, различия не проводит, и то, что он называет сознанием, на самом деле есть мышление. То есть он говорит там о сознании, что оно интенциональное, то есть он на свое сознание сводит к этому способности. И то есть впадает в вот эту вот классическую ошибку, да. Иначе говоря, он опять же берет субъекта как субъект способности, да? Опять же, вот работает в этом ключе трансцендентальной философии, философии субъекта. А вопрос идет о том, чтобы взять, допустим, человека по-другому. Вот как предлагает, допустим, Гегель, только последовательно. То есть взять человека как сознание. И попытаться работать именно с сознанием, не сводить сознание к некой способности субъекта. Нам для того, чтобы это сделать, надо просто избавиться от термина субъект, но это сложно. Смотрите, у нас вот есть субъект-объектное различие, да? Если мы говорим, допустим, вот я когда-то говорил о том, что о возможности бессубъектной онтологии. Ну, допустим, мы избавляемся от субъекта. У нас остаются объекты. Это что такое бессубъектная онтология? То есть мир есть совокупность объектов. Ну, разумеется, если нет субъекта, то нет и объекта. Нет. Почему? Я сейчас объясню, каком. Нету субъекта в трансцендентальном смысле. Точно так же, как в физике. В физике чего? Это есть наука, да? Я рассказываю. Нет, да. Ну вот в этом смысле. То есть можно попытаться. Мир вещей есть, да. Но суть-то в чем состоит? Но тогда получится, каждая конкретная наука занимается определенного рода видом сущего. Видом вещей. Да, видом вещей. И получится, что в философии места нет. Если мы элиминировали субъекта вообще, да и вообще от субъекта ничего не осталось, то тогда получается, что философия в лучшем случае может стать в ряд частных наук. Должна стать. То есть найти свой предмет, какой-нибудь свой особый феномен, свой особый объект, и им заниматься. Там, психология, допустим, занимается психикой, там, физика занимается движением там, и свойствами там, вещества и прочим. То есть найти какой-то предмет свой и заниматься. Но это бы означало, что философия перестанет быть философией, а станет какой-то конкретной наукой. И поэтому от субъекта вот нам отказываться нельзя. Если мы хотим вообще остаться философами, да, нам нужно оставить этот предмет. Но вот тут возникает как бы, то, что я говорил, как бы. Таким образом, Хайдеггер, да, умудряется хитро эту ситуацию обыграть. Он говорит, а вообще-то вот эти объекты – это некие сущие. А вот как с вопросом-то бытия? Вот есть бытие. И бытие вроде бы не является каким-то сущим, да? И бытие находится как бы вне любых сущих. И получается, что вот есть некая, должна быть некая дисциплина, сущими занимаются конкретные науки, да? Конкретные науки, частные. Ну, всякие другие частные науки. А бытием занимается философия, вот ее и предмет. Вот, он находит предмет бытия, но это, в принципе, как бы просто возвращение к тому, чем занимался античная философия. Да? Вот у философии получается, что есть его предмет, это бытие, и получается, что вот он, поскольку Хайдеггер был феноменологом, он говорит, что во-первых, он говорит, что любая онтология, да, возможна только как феноменология. Как феноменология. Почему? Что такое феноменология? Опора на опыт. Да, философия, начиная с Декарта, пытается обосновать свое содержание, как бы, исходя из некого опыта. Вот, например, у Декарта это опыт сомнений, да, вот некий опыт, в котором обнаруживается какая-то очевидность, на которой можно построить создание философии. Вот это и есть, собственно, определение того, что такое представляет собой феноменология. Если брать ее в широком смысле, да, можно брать ее в узком смысле, так как ее определяет там Гусель, но это как бы сейчас мы об этом не будем разговаривать. Вот, поэтому любая онтология, как опытная наука, мы не можем сейчас иначе, на самом деле, устанавливать онтологию, мы не можем рассуждать по-другому. На самом деле, после Декарта, как бы, вся философия стала вот именно феноменологией в том смысле, что она должна опираться на опыт. И не только она должна опираться, а любые науки сейчас тоже на опыт должны опираться. Мы все должны исходить из некого опыта. Вот он говорит, что любая онтология должна быть феноменологией. Это один разговор. Но он еще более серьезное высказывание говорит, потому что любая феноменология есть онтология. И вот как раз второе высказывание, да, что любая феноменология есть онтология, исходит из того, что никакого другого предмета у философии нет, кроме бытия. Потому что все остальные предметы разобрали и науки. И
И вот у него возникает как бы бессубъектная онтология, как бы, сейчас я объясню, почему как бы, да, которая, собственно, есть некая феноменология, или там, он говорит, там, феноменологическая онтология. В общем, онтология у него и феноменология — это просто одно и то же. И вот он развивает именно такое понимание. Онтология и феноменология, они просто равны друг другу. И вот это вот, это поприще философии, и вот мы должны заниматься. Никакого другого поприща у философии просто нет. Им просто заниматься нечем. Сущими занимается отдельной дисциплиной. Но тут возникает, как бы, и у него возникает вопрос все-таки о субъектности. И возникает разговор о фундаментальной онтологии. Да? Потому что как раз вопрос о бытии-то, как вот это вот различие-то бытия и сущего возникает. Бытие и сущее, откуда оно взялось? И вот это вот различие, оно исходит как раз из некой субъектности. Да? То есть, когда мы говорим о бытии, мы вынуждены будем перейти в разговор о таком бытии, как присутствие, да, как дазань, да, для того, чтобы, вот есть и составляет содержание фундаментальной онтологии, да, для того, чтобы понять, что такое бытие. И получается, что субъектность, она сначала как бы исчезает вроде бы, да, как я говорю, что как-то без субъекта можно подвигаться, а потом она опять заново возникает, только в другом виде. Но он теперь этот субъект, конечно, не любит, он их не использует. Он действительно говорит о неком человеческом присутствии, как бы так вот. Почему он не любит? Потому что если мы говорим субъект, мы сразу возникает понятие объект. Да? Как бы, и эта схема, она всегда вот всегда двойственная некая схема. Вот Хайдеггер так преодолевает классическую метафизику, но на самом деле она как бы сохраняется, как мне кажется, в его построении. Просто субъектность возникает на другом уровне. Когда вопрос заходит о таком предмете, как бытие, мы вынуждены опять же принять разговор, откуда возникает это бытие. Потому что ведь о бытии можно говорить только с такой позиции, которая как бы находится вне бытия, да, с какой-то позиции, которую можно было бы назвать ничто. И вот это вот ничто, как бы и есть некое указание на субъектность. Да? Вот субъект — это есть нечто, что, благодаря которому в нашем мире может существовать ничто. И вот, собственно, с этой позиции, кстати, стартует Сартр. Ну ладно, но это мы показали одну возможность. И вот я как бы думал, как бы, и существуют ли другие возможности, и всякая современная философия вот должна упереться как бы вот такую экзистенциальную философию, да, как бы. Кстати, надо просто тут же добавить, что вот это присутствие, оно анализируется особым образом, да, как бы есть некое существенное различие между сущими, которые, такими сущими, как дазайн, да, ну, как присутствие, да, и такими сущими, как вот, ну, это другие, как типа объектные сущие, да, там, если можно так говорить, там, или вещи. Это между ними существенная разница наблюдается, потому что объекты и вещи под категориями находятся, да, под одним логическим аппаратом, а присутствие находится под другим логическим аппаратом, под экзистенциалами. И это существенное различие этих сущих, в принципе, не сводимы друг к другу, да, вот есть некая непреодолимая граница. Это сущие настолько фундаментально различные, что у них даже понятия, которые их описывают, фундаментально различные. А вот существует еще какая-то другая возможность. Иначе получается так, что Хайдеггер сделал все, и нам только осталось как бы замереть как бы в экстазе, как Хайдеггер это пытается сделать, да? Принять эту философию и замереть в экстазе. Ну вот, как бы, я подумал, что, наверное, существует, потому что линия Гегеля, она... потому что на самом деле существует две линии субъектной философии. Одна линия — это линия Декарт-Кант, да? И эта линия, это вот линия трансцендентализма вот в том виде, как я писал, вот субъект-объектного различия, да? Это первая линия. А вторая линия — это вот линия Гегель. Гегель, причем это Кант и Гуссер. Причем Гуссер на самом деле непоследовательный, ему непонятно, он вроде как бы использует понятие сознания, но использует его как-то неправильно. И вот Гегель, да, который использует термин сознания. А сознание ничего не противостоит, да? Сознание — это тотальность. И вот получается, что на самом деле Хайдеггер завершает вот линию вот эту верхнюю, да? Вот здесь где-то находится Хайдеггер. То есть Хайдеггер в линии вот трансцендентализма в таком субъект-объектном различии, он как бы просто как-то субъект-объектное различие снимает, но тем не менее, как бы вот внутри его философии субъект он возникает, как-то вырастает, потому что два сущих существенно различаются, да, присутствие и вещи, да? И различается не фундаментально. То есть вот этот субъект обитательности присутствует, но оно присутствует в неком другом виде. Не так, как оно выражено в философии, скажем, Декарта, Канта, там, Гуссера. А вот у Гегеля вот эта вот линия, кстати, трансцендентализма, да, она тупиковая.
ну, тупиковый не в том смысле, что там развивать нечего, а в том смысле, что дальше, кроме как Хайдеггера, шагнуть просто некуда. И вот у нас осталась только линия Гегеля, ее никто развивать не хочет, на самом деле, да. Потому что Гегель, как бы, он идиозный философ, а проблема Гегеля состоит в том, что он сознание слег мышление. Вот он сознание и мышление отождествил. И получилось так, что на самом деле развивая философию сознания, он на самом деле развивает философию мышления. Да? И получается, что вершиной философии, да, это является некая логика, наука логики, да? Наука логики. То, что у нас называют диалектической, как бы, философией, там, да, как бы, или это некая новомодная схоластика, никто понять это не может. Они утверждают, что люди что-то понимают, но на самом деле, ну, никто не воспроизвести не может ничего. Это как бы чистая наука такая, чистая. Каким образом ее к опыту приводить, никто не знает. Я говорил о том, что любая современная философия должна быть феноменологией и доказывать себя в опыте. Каким образом наука логики может себя в опыте доказать, да, непонятно. То есть она вот как-то повисла в каком-то таком проекте, там непонятно. Да, и люди пытаются там какую-то диалектическую логику строить, там, занимаются диалектикой, там, и чем-то там таким занимается, какой-то своего рода там современной схоластикой, но ничего не получается. Своеобразный квадрат Малевича. Все восхищаются, очистим. Но если мы расчисляем мышление и сознание, да, и понимаем, что это вот разное, когда мышление способно, сознание нет, то тогда возникает, вот, как я говорил, некая наука сознания. Вот я сейчас попытаюсь объяснить, что это такое. Вот это вот возможность осталась, да, вот кроме того, что Хайдеггер говорит, что в философии осталась еще некая возможность науки сознания. Что это такое? Это дисциплина, похожая на то, что Гегель развивает феноменологию духа. Да, вот, феноменология духа, там обсуждается о том, что, вот, что сознание, как некая субстанция, да, проходит ряд формообразований. Да. Ну, у него формообразование, они делятся по способностям. Вообще говоря, в классической философии все, как всякое расчленение и разделение идет по способностям. Да. Все, что только вот можно расчленить, всегда расчленится по способностям, потому что ничего другого нет. Только есть объекты, да, и всякое членение, это вот она зависит от активности, от различия активности в субъекте. Вот в субъекте есть разные активности, да, и вот эти активности, они расчленяют весь универсум, да, вот все целое, да, вот по каким-то там отделам, да, и поэтому, говоря о формах сознания, Гегелю некуда деваться, как он начинает говорить сначала о форме таком, как чувственная достоверность, то есть сочувствие, потом о восприятии, потом о рассудке начинает, потом о самосознании, то есть он двигается по тем самым неким пунктам, которые, в принципе, вот, разделяются согласно способностям. То есть еще Гегель находится вот в плену вот этой вот субъектно-объектной философии, где всегда речь идет о способностях. Он еще не понимает, что сознание как бы должно на самом деле члениться по-другому. У него, когда он доходит до самосознания и двигается внутри самосознания, возникает вот новое членение, да, более такое детализированное. И там уже мы наблюдаем, что вот это вот членение по способностям исчезает. И только там, вот, собственно, у гегельской философии возникает некие прозрения, настоящие уже. Потому что начало философии, да, которое, если феноменологию духа я сейчас обсуждаю, да, когда он двигается от чувства к рассудку, у него на самом деле просто стандартная кантовская философия. Там ничего там не добавляется. И проблема-то состоит в том, чтобы вот эту феноменологию духа довести до некой науки, чтобы не сходиться вот в науку логики, да, а остаться здесь. И вот должна быть некая... Вот эта вот наука сознания, она тоже будет чистой, чистой, да, вот как чистой феноменологии, феноменологии некой. Но она на самом деле будет, в отличие от логики, она будет иметь возможность как бы опытной проверки. Потому что речь идет о сознании. А сознание является чем-то для нас всех известным. Ну вот давайте теперь попробуем как бы некие какие-то отдельные тезисы этой возможной науки сознания сделать. Я сейчас как бы обосновывать не буду, потому что уже, наверное, и времени нет, и как бы это уже потом. Во-первых, на самом деле, первое такое утверждение состоит в том, что сознание есть нечто пространственное. Но это такое нетривиальное, на самом деле, утверждение. Что это означает? Это не означает, что то пространство, которое мы видим в восприятии, является сознанием. Это означает просто то, что сознание надо понимать по модели чего-то пространственного. Просто есть пространство как некая модель, да? То есть сознание есть некое структурное целое. Как я это понимаю? Вот я всегда рисую сферу сознания. И именно сферу. И вот то, что я рисую сферу сознания, это существенный разговор.
Как бы, иначе их сознание невозможно представлять. Говорить о сознании как о мышлении, как о какой-то способности, да, там, которые как бы вычленяют какие-то отдельные объекты, это неправильно. А именно надо рисовать некую пространственность. Да, вот, в данном случае вот, я рисовал кружок. И тогда, на самом деле, объекты, мы говорим всегда как? Мы не говорим, что сознание направлено на объекты, мы говорим, что в сознании возникает объект. То есть объекты возникают в сознании как в пространстве. Да? Вот, допустим, объект восприятия возник. Да? Допустим, тоже сам субъект, есть некий объект для сознания. Да? Субъект, тут объект мышления там возник, тут объект восприятия возник. Да? Тут какие-то акты просто возникли, да? И так далее. И они все эти акты, они располагаются в сознании как буквально в каком-то смысле некоторой области. Как бы, если можно было бы говорить, просто этот разговор даже переводить на физиологический разговор, да, ну просто, тут просто прямая аналогия есть, да, как вот, условно говоря, сетчатка глаза устроена, да, вот есть отдельные области сетчатки глаза, которые там воспринимают разные области реальности. Но тут это просто типа аналогии. Но вот сознание, вот оно как-то так работает. И когда мы говорим о субъекте, да, вот, дело в том, что как бы, я этот разговор просто полностью упустил. Еще есть такой разговор, как о единичном субъекте и трансцендентальном субъекте. Я не знаю, стоит ли сейчас об этом говорить, это там еще тоже потребует усилий. Надо? Нет. Так вот, просто проблема в чем состоит? Вот этот единичный субъект, это вот есть, вот у нас есть такая вещь, как внимание, да? Мы на самом деле на то, на что внимание направляем, в том и состоит сознание. Мы как бы управляем на самом деле наше внимание. И в обыденном смысле мы подсознанием понимаем наше внимание. Мы вот внимание перевели на что-то, и в этом внимании наблюдаем, как бы мы сознаем. Но на самом деле, вот это внимание, это есть только интенсивное сознание. Да? Вот я его назвал фокусным сознанием. А есть еще периферическое сознание. Что такое периферическое сознание? Допустим, у нас там есть какая-то... Вот, например, научились мы ездить на велосипеде. Да? И как бы у нас, мы уже каждый раз не думаем, как там педали крутить. Просто крутим педали и все, и мы уже думаем о другом, там, на дороге, там, куда мы едем, может быть, о чем-то своих мыслях. То есть возник некий автоматизм. И этот автоматизм действует до той поры, пока не возникает никаких проблем. Пока вот все действует, работает в рамках некоторого, некой привычной как бы, ситуации, да, пока не возникает никаких аномалий, да, человек держит это все как бы на периферическом сознании. Там работает, педали крутятся, все в порядке. И вдруг педаль, допустим, ломается, да, возникает некая аномалия. И тогда мы туда передвигаем фокус. Иначе говоря, вот автоматизмы указывают на то, что все остальное, многие вещи, которые существуют в нашем организме, да, как бы, они на самом деле контролируются неким периферическим сознанием. Вот можно говорить о таком периферическом сознании. Поэтому надо говорить, на самом деле, что сознание есть везде. На самом деле, это есть некая отработка термина, что все существует только в некотором сознании. Да? Что если нет сознания, то нет ничего. И поэтому и всякие автоматизмы, и в то, что мы в данный момент, на что мы внимание не обращаем, я вот, например, говорю, а воспринимаю весь окружающий, всю окружающую обстановку. Это только кажется, что в этой окружающей обстановке, которую я воспринимаю, нет сознания. На самом деле, оно есть в виде какой-то периферической. Тут есть интенсивность, да, фокусное сознание, оно там более интенсивное, периферическое, оно менее интенсивное. Но как бы фокусное сознание, оно движется. Вот движение этого фокуса, вот, внимание, это и есть то, что мы называем свободой. Вот мы говорим, вот наша свобода, как мы ее чувствуем. Мы чувствуем тем способом, что вот фокус мы можем сдвигать, то есть наше внимание передвигать, это вот некое внутреннее понимание того, что означает наша свобода. И недаром, на самом деле, Гегель говорит, что свобода именно связана с мышлением. На самом деле, мы мыслить не можем свободно. На самом деле мышление есть очень сложная вещь, такая специфическая способность, она вообще говоря пассивная способность. Да? Мы мыслим всегда реактивно. То есть мы не мыслим как бы вот непонятно как, а мы мыслим только по поводу какого-то вот смысла. Да? Вот возникает смысл, мы его мыслим. Да? То есть мышление всегда опирается на некоторого рода объект, да? На некий смысл. Оно не может просто так вот. А сознание может. Оно может передвигаться, оно может даже вообще никакого объекта не иметь. Вы можете находиться в некотором состоянии как бы вот такого сознания, просто не направляя внимание ни на что. Просто так. Вот быть в сознании вы можете. То есть сознание это как бы состояние, да? В отличие от любой способности. И вот это вот состояние и связано с нашим пониманием нашего свободы. Поэтому надо говорить, что мы свободны не в мышлении, как считает Кант и Гегель. Кант вообще называет это мышление некой спонтанеистью. Да? Там он говорит о том, что мышление это вот есть некая чисто априорная форма, да? Точнее, мышление осуществляется априорной формой, чисто априорной формой понятий, и это чисто вот наша деятельность внутренняя. А Гегель говорит, что в мышлении мы обретаем свою свободу. На самом деле мы обретаем свою свободу сознания. И вот эта вот свобода, вот она вот таким образом выражена.
Ну, это я как бы какие-то подробности просто высказал. Да? Но тут проблема состоит в том, как мы перейдем к чистой науке. А к чистой науке мы переходим таким пределом таким. Мы просто вот это фокусное сознание, оно ведь сознание. Мы просто его растворяем в общем сознании и говорим просто о неком всеобщем сознании, в котором нет разделения на фокусное сознание и периферическое. И вот мы как бы вот эту науку всеобщего сознания будем исследовать. Ну тут еще тут можно какие-то тезисы добавить, да, которые относятся к тому, что такое сознание. Что тут еще такое рассказать? Может, какие-то вопросы здесь есть? Нет, ну все, пойдет. По поводу давайте обсудим вопрос о знаках. На самом деле, это вопрос интересный. Дело в том, что... вот что. В сознании еще есть схема. Я сейчас объясню, как он... Схема познания. И третье, сознание есть основание. Основание всех способностей. Вот смотрите, вот у Канта такая была проблема. Он различает, естественно, по способностям делит мир, да, вот у него есть объект данной восприятия, да, вот объект созерцания. Объект созерцания. Опять же, по способностям, да? И есть как бы мышление. А у мышления другие объекты. А мышление объекты это понятия же. Понятия мысли. И проблема состоит в том, каким образом мышление может мыслить объекты созерцания. Как мышление спроектирует на объекты созерцания. Для того, чтобы это сделать, когда рассуждает, он говорит, что должно быть общее основание, да, на котором их можно было бы сравнить. И он это общее основание называет трансцендентальной схемой. Так вот, такой трансцендентальной схемой в нашем понимании есть и есть сознание. Сознание является той самой схемой, в которой мышление может быть наложено на восприятие. То есть они могут быть сравнены. Сознание является вот этим основанием, да, фундаментальным основанием всех предметов существенно различных способностей. Каким образом, например, сводятся в едино звуки, видение, ощущения, да, каким образом мы вообще конструируем вот наш мир как некий целостный. Да? Он, конечно, конструируется частичным мышлением. Это уже как бы тоже другой разговор. Но в первичном он конструируется в сознании. Вот именно сознание есть та схема, по которой как бы нам мир дан именно вот. Так, как мы его привыкли воспринимать, как некое целое, как некое понятное. То есть сознание связано с пониманием. И вот когда мы говорим еще о схеме, как раз возникает разговор о знаках. Дело в том, что вот, сейчас я говорю, а вот есть, допустим, нечто воспринимаемое поле, да? А вот есть мышление. Так вот, в сознании есть вот такой посредник, да, вот посредник. Но этот посредник... Вот если, например, в мышлении находится такое понятие, как теория, такие вещи, как теория, в восприятии находится, допустим, данность, да? Данность, первичная. Потому что есть вторичная данность, действительно, там, допустим, знаки, там есть там, феномены, они тоже вторичные данности, которые выстраиваются из первичной. Так вот, каким образом у нас происходит переход от данности к теории? Потому что данность, она в перспективе имеет бесконечное содержание, да? Мы можем бесконечно детализировать эту данность. А теория имеет некое конечное содержание, да? Так вот, возникает необходимость введения такого понятия, как схема. Схема, она не относится к вопросу об истине, да? Она относится к вопросу трансляции содержания. Вот восприятие бесконечное, восприятие нам дано как бы бесконечная схема, как я говорю, пространство точек. И она транслируется через сознание в некую конечную схему. Вот эта вот конечная схема трансляции как бы есть деятельность сознания. И когда мы говорим об этой конечной деятельности трансляции, как раз и можно говорить о том, что сознание занимается знаками. Только знаками не в том примитивном смысле, что есть какой-то отдельный выделенный знак, а знаками в смысле того, как вот некая сетка. Да, вот у нас есть некая сетка различий, которую мы как бы, которая, мы видим мир как бы сквозь эту сетку. Какую-то. Но эта сетка, она не является сеткой мышления. Она является сознанием, потому что она пространственная нечто. Я говорю про сознание, она нечто пространственное. Это сетка пространственная, она как модель реальности. Теория, она чисто мысленная, да, это некий там... Причем мышление, оно очень сильно укоренено в языке. Язык, на самом деле, находится где-то в мышлении здесь. Точнее, мышление находится в языке. А вот сознание, оно еще не в языке, оно в каком-то другой сфере пространственности.
Дело в том, что язык, он как бы редуцирует пространственность, да, и он переходит в некой последовательности, да? А пространственность, она не последовательна, пространственность одновременно. Когда я так рисую, почему я вообще вынужден все рисовать? Потому что если я буду говорить на сайте, будет ничего не понятно. Потому что когда речь идет об одновременности, вот сетка, она дана одновременно. Если я попытаюсь ее высказать, ну как я буду последовательно ее высказывать? Каким образом? Поэтому на самом деле, вот когда мы все считаем, что мышление – это самое главное достоинство человека, это неправда. Самое главное достоинство человека – это сознание. Потому что только благодаря сознанию, оно с одной стороны может наводиться мышлением, то есть мышление, допустим, пришло к каким-то выводам, да? И через сетку сознания может эти выводы проверять в это восприятие. Ну, и наоборот, как бы, на самом деле, чтобы не заниматься всем содержанием мира, а заниматься только тем, что важно для человека, мы вырабатываем эту вот пространственную сетку и берем мир, как говорят, существенных его характеристик. То есть мы накладываем сетку и берем только то, что нам интересно. Мы каждый раз эту сетку можем менять, но, как правило, не можем менять. Да? Например, вот это, например, что такое парадигма? Вот парадигма – это такая сетка. У этой парадигмы нет понятия, истина или ложь. Сетки различаются следующим образом. Либо она очень плотная, либо она разряженная. Да? Вот, например, когда мы говорим об субъект-объектном различии, то это различие мышления, она просто сетка, состоящая из двух различий, да, из трех, на самом деле. Раз, два, три, да? Субъект, активность и различие. А когда мы... Ну, это самая примитивная сетка, состоящая из трех элементов. И вообще говоря, сетки, получается, различаются своей разрешающей способностью. И это разговор не об истине, потому что, как бы, на самом деле, сетки ничего не утаивают и ничего не скрывают, они просто транслируют. Вот есть некие различия, которые мы наблюдаем в реальности. Ну, вот, как я говорю, например, восприятие, да, оно там имеет бесконечное. Разрешающую способность. И мы просто вот из нее транслируем с помощью уже конечной сетки то, что нам важно. Например, каждая частная конкретная наука, у нее там своя сетка. У физики одна сетка, там у биологии другая сетка. И эта сетка как бы есть, собственно, то, что важно для науки. Вот, да, благодаря только этой сетке наука и существует. То, что мышление, собственно, там просто, как мы теперь понимаем, допустим, если берем физику, там просто чистая операция. Мышление – это просто операция, переход от одного к другому. Это просто вот некое, как вот Константин любит говорить, там, некий алгоритм, да? Это рассуждение. Ну, потом выскажешь свои вопросы, да. Потому что, как бы, в чем проблема? Проблема состоит в том, что мышление физики, что вся физика свелась к математике. То есть мышление, собственно, просто загрузили туда математику, и она там все решила. Но самое главное в физике, это вот натурофилософская часть, вот именно вот часть, связанная с сознанием. Ну и теперь последние слова про Бога, да, чтобы там было всем интересно, что такое Бог, таком-то. Вот есть философия Декарта, да, и Декарт различал две субстанции. Субстанцию протяженную, да, и субстанцию мысленную. И у него эти две субстанции, они как бы объединяются с субстанцией, которую называют Бог. То есть вот как бы субстанция на самом деле одна, а протяженная мысленная субстанция, они как бы атрибуты. Как бы атрибутами становятся. И Спиноза тоже так же, да. А на самом деле, если мы понимаем, что... тогда спрашивается вопрос, а что же такое тогда эта субстанция, которая является Богом? Как бы, да, хотя как можно содержательно определить? Да никак, просто вот Бог и все. А на самом деле, если мы различаем все это сознание и мышление, то и понимаем, что именно сознание является основанием, на основании которого различные предметы различных способностей друг к другу сходятся, да, вот как я говорил, в виде трансцендентальной схемы, или способности суждения, то тогда Богом-то и есть сознание. Вот сознание. Потому что именно на почве сознания, как основание, сводится протяженное и мысленное. То есть сознание – это и есть та субстанция, которую мы называем Богом. То есть Бог на самом деле не есть мышление, это ошибка богослова. Бог есть сознание. И вот это вот как бы просто такой вывод интересный. То есть на самом деле мы Богу должны поклоняться, если можно так выразиться, не в каких-то размышлениях о том, как он там является единственным и прочее, а мы должны понимать Бога как сознание, то есть оставаться в сознании. Вот такой примерно про сознание. Аминь. Еще нажать на кнопочку. Ну давайте как бы обсудим, может быть, какие-то вопросы. Вот, а практическое применение? Практическое применение? Да, вот этого. Я уже многократно, например, я говорил, что, на мой взгляд, различия между сознанием и мышлением фундаментального нет никакого. Ну, это, кстати, вот, Игорь выражает классическое представление. Да, то есть, на самом деле, это считает Гегель, ну, не знаю, я затрудняюсь
как это считает Кант, надо это исследовать. Но на самом деле у Гегеля это так, да. И что Игорь выражает эту точку зрения, я понимаю, да. И более того, и у Наговицына это так. Это вообще классическое представление. Так а от чего, вот я говорю, практическое применение, от чего это вот, ваши, как говорится, разработанные, ну, ваши исследования, от чего они могут освободить мир? Ну, вот если вот, например, у вас была бы возможность, например, вот эти ваши представления внедрить в умы всех людей. От чего бы это, как говорится, избавило этот мир? От мышления, от мышления полностью избавило. И что бы было? Да нет, на самом деле я... Не, ну так подходить. Не, в практическую сферу я пытался двигаться, но там я пытался заниматься болезнями. Да, вот есть как бы психические болезни. И там есть болезни мышления, есть болезни сознания. Кстати, в психологии, да, и вот в клинической психологии, прежде всего, сознание и мышление различаются кардинально. Что вот ты говоришь, сидишь здесь, да, а как бы опыт науки показывает, что сознание и мышление – это разное совершенно. Причем даже клиническим образом разное. Есть болезни, отдельные болезни сознания, да, и самосознания, есть отдельные болезни, связанные как бы с мышлением. И это совершенно разные вещи. Так что то, что философия в лице Гегеля и твоей, так сказать, удержится... Тождество сознания мышления – это просто ошибка. И эта ошибка подтверждена практикой науки, прежде всего клинической практикой. Так вот, если говорить о приложениях, то на самом деле это очень важно для, я думаю, важно, да, для вот, клиницистов, да, для того, чтобы когда они определяют, допустим, психические болезни, да, чтобы они понимали механизм работы таких вещей, как сознание. Потому что я пытался понять, как они понимают сознание, они никак его не понимают. Сознание, да. Слово есть, как бы примерная интуиция есть, что это такое, а как оно работает, они не понимают. А вот когда я рисую вот эти сферы сознания и показываю, что фокусное сознание как-то движется, то на основании того, этой модели можно попытаться объяснить многие там вещи. Там неврозы можно объяснить, да, там как они существуют. А как? Ну, пока не было на определение ни одного объяснения невроза. Смотрите, как я думаю, как работает невроза. Я это чисто сейчас только гипотетически говорю. Я не знаю, так это или нет. Не, ну, например, пациент вот, приходит. Как лечить, я не знаю. Я про лечение не могу ничего сказать. Я теоретик, а не практик. Вот по голове, молоком по голове ударить, и все пройдет. Вот смотрите, вот сознание. У нас есть фокусное сознание, да? И есть периферическое сознание. Вот нормальный человек, он как живет? У него есть автоматизмы, да? Он эти автоматизмы упрятал в периферическое сознание, и он о них не думает. Вы идете руки мыть, да? Помыли руки, вы даже об этом не думаете. Там. У вас, может быть, в этот момент вы думаете там, о каких-то своих вещах, да, там, обдумаете там, ну кто что там думает, да. Вы просто совершаете какие-то автоматические действия, и все. Иначе говоря, фокусное сознание у вас где-то находится в одном месте, допустим, вот здесь оно находится, фокусное сознание, да? А автоматизм, который совершается в данный момент, он находится вот здесь. Да? И получается, что он контролируется периферии, все нормально, это здоровый организм. А теперь что такое нездоровый организм? А нездоровый организм есть некая зона постоянной активности. И вопрос состоит в том, что всякий раз эта зона притягивает фокусное сознание. И человек, как, допустим, вот, почему постоянно ему нужно руки мыть, да? Как бы у него просто эта зона постоянно находится в активности, ему постоянно вот туда притягивает внимание, он постоянно не может отвлечься от этого, у него постоянно фокус сознания, постоянно впадает вот сюда, как, знаете, как вот в энергетическую яму. И вот это называется неврозом. Потому что вот эта зона постоянно активна, непонятно, почему она иннервируется. Да? Он постоянно везде там видит грязь, везде, там, например, у него постоянно там ненавязчивое состояние помыть руки. Везде ходит, будет руки, там перчатки одевает, там, ложки протирает и прочее. И все это связано с тем, что вот это вот он не может пустить в автоматизме, да, в автоматическом режиме, он постоянно туда возвращает фокус. И вот это вот, а фокус это и есть субъект. Вот только ты говоришь, что субъект, это и есть фокус. И получается, что вот этот субъект, это наша его личность, она от этого страдает. Потому что если эта личность занята только одним вопросом, постоянно это занято этим вопросом, то вот оно возникает как невроз навязчивого состояния. Вот так можно попытаться объяснить, что такое невроз. Я не знаю, что это дает, конечно, для клинического понимания, но тут же, наверное, можно пытаться дальше что-то еще развивать, объяснить. Я пытался, например, объяснить, как, что такое в свое время, если сейчас я вспомню, как я это делал, что такое, как оно там называется, ну, там, свои термины какие-то хитрые. Извините, можно же, как это, например, сказать проще, как в жизни, как сказать, что, ну, вот, это псих и все.
И не надо никаких... А как же человечность? Вот он говорит... А что, для того, чтобы красивую картинку нарисуешь, человечность не прибавится, что ли? Не, ну смотрите, мы... Послушайте внимательно, ну что? У нас для того, чтобы пробиться к человечности, для того, чтобы больные люди, они тоже люди. Для того, чтобы как бы установить все-таки равенство между и здоровыми, и больными, а это равенство до сих пор, кстати, не установлено. Мы установили равенство между рабами и господами, да, у нас в Лукцонгере все равны в этом отношении. Политические свободы у нас, мы, в смысле политического, все равны, да. Осталось еще как бы уравнять как бы больных и здоровых. И, ну, и... да, там еще сумасшедших людей. Нет, сума нет, при чем есть кроликов людей? Сумасшедших и здоровых, да. У нас же в свое время, допустим, Фуко об этом много пишет, да, надзиратель наказывает, да. Пишет о том, как из общества изгоняются сумасшедшие. Из общества изгоняется там этого, там, ну, всякого рода там, эти больные, да, там, как там, допустим, это, и проказы там, и прочее там. Из общества изгоняется всякого рода там. Нет, сейчас точно так же изгоняется. Правильно. Так вот и вопрос состоит в том, зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы все-таки изди в этом вопросе достигнуть некого равенства. Для этого надо понять этих людей, понять, почему, чтобы понять, что болезнь это не какая-то такая вещь, которая делает, перестает. Не так, что болезнь человека перестает быть человеком, а понять, почему эта болезнь бывает. Вот, например, вот опять же Хеллингер, да, вот чем он занимается, почему я считаю, что это благородный мистер. Ну, потому что он попытается нам донести, на самом деле, что эти люди, которые совершают сумасшедшие поступки, что они не сумасшедшие, что они нормальные. Просто вот ситуация, которая складывается вокруг них, она такова. И что мы бы в этой ситуации действовали точно так же. И надо понять сумасшедшего, как на самом деле, не как... акт его личной истории, а надо понять это как возможный акт нашей истории тоже. Что мы тоже в любой момент, ну не в любой момент, конечно, что мы тоже могли бы в их ситуации стать такими же сумасшедшими. И для того, чтобы это сделать, надо понять механизм, как это все работает. Но это как бы, если говорить действительно о каких-то прикладных, я об этом-то и не думаю. Ну, в общем, не, ну, как бы... Нет, но это стороны, важно. С другой стороны, понимаете, вот количество, как бы, вот там, здоровых... Здоровый, там, нездоровый человек. В принципе, что, вот то, что сейчас, как говорится, гигантское количество там детей, которые нежизнеспособно вытаскиваются, это от этого становится лучше, как бы, генотип, что ли? А вы какие-то фашистские взгляды? Нет, вы считаете, надо стороны, как в партии сбрасывать просто нет, с обрыва? Подождите. С другой стороны, да, встает вопрос, а с какой позиции, как говорится, можно судить о том, что да. дать этому ребенку жить? Или не давать ему жить. Да, вот тут. Мне вот это интересно. Кстати, вот как раз вот. Вот к этому, вот, вот это решение вот этого вопроса. Форме доклад это не имеет никакого отношения. Не, подожди, послушай, вот про Хеллингера, я не знаю, как вы знаете, знакомы с Хеллингером, с работами. Вот он говорит о неком духовном поле, а может быть это поле сознания. Вот есть некое как бы сознание всеобщее, да, которое... Оно и нас пронизывает, оно и весь мир пронизывает. Так это все правильно, но точно так же можно сказать, что это поле мышления. Ну это ты так считаешь. А я считаю, что мышление это специфическое. А можно сказать, что это какое-то вообще поле, ментальное поле? Ну вот ты понимаешь, когда ты ментальное поле это относится к полю, опять же, мышления. Ты тогда будешь отличать ментальное от сознания, от мышления, и действительно это разумеет. Я вас помирю со временем. Здесь есть... Нет, просто вот он нарисовал картинку какую-то, которая на самом деле не имеет никакого отношения к утверждению того, что мышление не сознание различны. Вот нарисовал такую картинку для восприятия. Ну такая картинка, да. Еще раз говорю, это хорошо. Для того, чтобы пояснить, почему мышление сознания И в самом деле, мы когда ходим, воспринимаем действительно, то я сюда посмотрел, то направо посмотрел. Смотри, для того, почему чтобы... это следует, что мышление отлично от сознания, смотри, совершенно не ясно. Сознание не есть... навязчивое. Смотри на эту ручку. Да дело не в этом. Восприятие, допустим, без понятия. Мышления нет, а сознание есть. Сознание есть везде. Сознание другая способность. А с другой стороны, как бы даже мышление есть сознание. Потому что мы не мыслим, когда мы сознаем. Но я даже не знаю, как тут это... Тут есть. Вот эта привычка не различать мышление и... То есть разум и рассудок очень много путает. И вот вы сейчас... Нет, ну разум и рассудок это одно, а мышление и сознание другое. Мышление и рассуждение. То есть... Не, ну давайте обсудим это еще. Да, да. Да ладно, закончим. Там уже так часа полтора. За кадром. Я